Привет, друзья! Сегодня у нас серия про Toyota Land Cruiser 80 с мостами Унимога и колеса от комбайна. Давайте я вам сегодня расскажу, что сделали и что будем делать дальше. Так, поехали! Сейчас, ребятки, мы боремся с тягами Панара. То есть, почему боремся? Мы, с одной стороны, оставляем сайлентблок, это тот, который будет на мосте. А то, что к раме, второй, ну, скажем так, край, мы хотим поставить наконечник, ну как у тягах, только более усиленный, какой-то мощный палец. Зачем мы это делаем? Сейчас вам расскажу. Когда большая лифтовка подвески, да, мост ходит, он же вверх-вниз ровненько не ходит, а смещение у него вперед-назад. Соответственно, на Панаре это все подклинивание, пальцы, выгибание сайлентблоков, ну, остановка артикуляции моста, ну и пошло-поехало. И пальцем же мы решаем эти проблемы, так как на пальце оно будет выкручиваться как только ему надо, куда в разные стороны, ну то есть классно. Вот мы на кузнеце себе сделали, да и много вообще людей делает, ну это типа тот же ШС, сайлентблок ШС, там, ну когда на шаром соединение эти все вращения. То есть я считаю, что это правильно. Сейчас мы подыскиваем такие мощные пальцы с чего-то, чтобы доступны были пыльники в продаже. Ну, чтобы дальше, знаете, какого-нибудь пальца воткнул, а пыльников нигде в магазине нету, порвал и, короче, ищешь его там годами, месяцами. Ну, в общем, рычаги у нас минимальный уклон. При этом всем, когда все хорошо по подвеске, наклоны тяги Панары будут минимальные, то есть она, в принципе, должна рулиться, нормально ехать. Я не знаю, первый раз мы будем ставить гидроцилиндр рулевое, рулевую машинку. Может, вы посоветуете, какие лучше вот рулевая машинка или как там насос-дозатор называют, с чего мне взять. То есть я понимаю, что можно там за 2-3 тысячи долларов это взять, ну вы понимаете, не хочется такие деньги вываливать на автомобиль. То есть посоветуйте что-то более бюджетное и что неплохо будет служить. Насос высокого давления какой, мне люди советуют Volkswagen Golf, типа там дует очень много, ну, давление большое, много бар дает, там 140 или 130, то есть то, что нужно для гидроцилиндра. То есть я уже пока собираю информацию, но еще хотелось бы от вас услышать. Ну, я думаю, она, в принципе, рулится. Кастер я планирую, так же, как мне советуют, 3-4 градуса выставить, что 7 это, 6-7 это очень много для больших колес, да и мне это не нужно. Ну что сильно вылаживаться колесо, широченное будет, сумасшедшие нагрузки будут. Передний мост. Значит, тяга Панара у нас выставленная. Ну, плюс-минус мы выставили, это как она будет ходить, чтобы нигде верхний крепеж не бился в раму, потому что там действительно есть проблема. Ну, мы же верхний крепеж подняли, так как я вам ранее говорил, и нижнее ниже опустили, для того, чтобы словить крущение моста. Верхний крепеж, он немножко, если ровно мост поднимался, он немножко там, ну, касался. Мы вот так Панару отрегулируем, чтобы минимальный наклон у ее был, чтобы она параллельно мосту шла. Но немножко она, конечно, не имеет параллельность. И при этом она сверху отводит крепеж от рамы, и все вообще прекрасно. То есть это у нас получилось. Чашки мы сделали под пружины, выставили, пружины поставили. Уже мы на колеса опустили, вы видели, это родные унимоговские колеса 42 высота, диски родные у Унимога, ну то есть все стоит класс, колеса конечно торчат, просто мама не горюй. И амортизаторы, значит, поставили мы камазовские амортизаторы, выставили точно так, как у Toyota Land Cruiser по заводу, то есть передние за пружины сзади, задние впереди моста, то есть домиком выставили, чтобы артикуляция моста больше была, вы знаете, когда под углом их ставишь, когда мост вниз уходит, прилично добавляет хода подвески. Но я уже вижу, вот мы поставили на колеса, мы немножко шатаем машину, вижу, что она мягковатая. Мне так кажется, что будет валкая машина. Но так как камазовские амортизаторы разбираются, можно жидкость поменять. Ну, может, кто это уже проходил, вы мне подскажите в описании, ребята. Ну, какую жидкость туда залить, может, какие клапана поменять, вы мне это все подскажите, потому что, знаете, самому это очень сложно, времени очень много уходит, ну, вы даже не представляете, постоянно на работе, еще вечером искать информацию, это такая жестячина. Ну, вот давайте расскажу, вот, значит, мост у нас, он же, вы помните, резался, все, втулки, то есть, он как бы собранный, запрессованный под большим давлением. Теперь мы дошли до того,
что редуктор мы выставили идеально под кардан, подвернули, все классно, чтобы кардан ровненько был, ну, без никаких углов, крестовин. И бортовые у нас пошли в минус, ну, кастер в минус. Ну, у нас с этим все просто, мы взяли паяльную лампу, я вам покажу, ребята, видос, нагрели, здесь подстукивали. Да, кстати, пока я не забыл, здесь вот эта часть чугунная, сильно стучать нельзя, то развалится мост. Ну, мы немножечко подстукали и сделали кастер плюс 3 градуса. Я со всеми посоветовался, самый оптимальный вариант плюс 3. Для обычных мостов, не редукторных, 6 градусов. Ну, как говорят, 5, 6, 7 градусов, это очень хороший кастер. Для редукторных мостов, это с бортовиками, плюс 3 это самый оптимальный, самый хороший кастер. Мы здесь плюс 3 сделали. Все спрашивают, а как правильно мерить? Я расскажу. Мы здесь вот, видите, такая площадка. И вот здесь мы два болта плотных поставили, линеечку и градусомер. Раз-раз, там все показывает. Или же можно здесь сверху поставить. Ну, то есть показало и там 3 градуса. В принципе, нормалек. Выставили, колеса уже как у Мерседеса вылаживаются. Ну, мы дойдем до этого, я вам все покажу. Ну, по переднему мосту, то есть такая, точно так же ситуация сзади. Мы редуктор выставили ровненько под кардан, чтобы не было изломов. И бортовички четко вот вниз опустили, чтобы ни вверх, никуда ничего. Вниз ровненько, то есть все прелесть. И колесо сразу по арке ровненько стало. Ну, вообще, все идеально, мне все понравилось. Ну, и сейчас у нас борьба, значит, мы сошки, вот рулевые сошки, это родные унимоговские, но мы их развернули местами, то есть поменяли лево направо и повернули. Вот эти части должны быть сзади. Унимога, значит, рулевая тяга, которая держит кулаки, она сзади находится, но мы переносим ее наперед, потому что мы будем ставить гидроцилиндр. Перенесли, в общем, поставили, все, ну, классно подошло, ну, все ровненько, все хорошо. И саму рулевую тягу мы взяли тоже у Немога, так как она у нас узкая была, мы обрезали наконечники и вставили временно трубу. Просто ровную трубу прихватили, чтобы нам крутить колеса, вымерять, какой гидроцилиндр нужен, с каким вылетом. Давайте вместе решим, какой гидроцилиндр. Я так думаю, минимум шток 30-35 должен быть. Вот я не знаю, одни мне советуют брать американский, там есть недорогой насос-дозатор, да? А насос высокого давления родной крузака ставить, так как он там типа надежный, на шестернях привод там, и ремкомплекты на них есть, поменять, и он в принципе возобновляет свое давление. Ну вот именно дозатор. Другие мне говорят, бери недорогой, там за 100-150 долларов ставь, потому что все равно скоростей не будет в этой машине, ну и, ну, короче, не трать напрасно деньги. Вот я уже узнал, навел информацию, да, действительно есть американские неплохие, Trail Gear называется фирма, типа гидроцилиндр и с дозатором вместе продается и с насосиком, но насосик что-то не хвалят, он там плавится, горит, ну короче какая-то херня с ним, но сам цилиндр он тонковат, там в районе 20-25-22 штук, ну мне кажется слабовато, вы видели какие колеса, у них там вес. Не дай бог от пня кого-то толкнется, то просто цилиндр в дулю скрутит. Ну и, а другой человек говорит, я взял этот комплект, то есть, ну, говно, то, ну, как бы, короче, пока сам не попробуешь, ничего не будет. Ну, по рулевачке я жду ваших комментов. Ну, а по задку, что у нас? Ну, панара у нас уже обварена, усилена, я показывал, с наконечником в конце. В принципе, очень неплохо. Ну, мы туда-сюда мост обускали, работает плавно, все. Ну, задержка по панаре, задержек не будет именно в артикуляции. Ну, она нигде не будет перекоса и подклинивания давать. Тормоза мы уже начали устанавливать. Вы видите, немножечко, ну, здесь совсем немножко бортовик. Вот, подпилить надо. Ну, немножко такое ушко снять. Ну, так как я говорил, диск мы тормозной у Немога ставим, мы чуть-чуть там доработали, чтобы все гладко, нигде ничего. Переходные такие, ну, плиты или блин, или планшайба, как назвать, мы изготовили. Ну, это я уже, когда мы закончим, я вам все покажу, расскажу. Но, в принципе, неплохо. Газелевские суппорта берем.
Ну, многие там спорили, да не надо. Ну, ребята, скоростей не будет, это раз. Второе, я в газелях уверен, понимаете? Они постоянно в говнище эти суппорта. Не дай бог пыльник, манжет побежал. Блин, на любой заправке, где хочешь, но все продается, все без проблем. Это именно то, что меня, допустим, за все года эти суппорта ни разу не подводили, не было времени. Да, колодки стираются быстро. Ну, ребята, они же есть везде. Это не так, как все под заказ, все дождать там 3-2 дня, а тут все, пошел, купил, поставил, забыл. Меняются они же быстро, хотя здесь менять суппорта, это колесо снимать, это, конечно, жесть. Ну, короче, мы решили так. Но преимущество какое? Тормозной диск, он прилично больше в своем диаметре, чем газелевский. То есть, соответственно, у нас, наверное, тормоза и лучше будут, правильно? Ну, будем надеяться на это. Ну, я думаю, что будет справляться. А вот полуось я вам покажу. Вот родные. Вот одна, вторая, третья, четвертая. Вот деланные три штуки. Вот эти будут стоять все. Покажу вам качество. Ну, вроде как внешне неплохо смотрится. Ну, ребята, что я вам еще расскажу. Значит, пока у нас мосты на легенькой паузе. Почему? Потому что, ну, конечно же, работа и клиенты прежде всего. То есть была секунда, была какие-то неделька-две, мы бросились на эту машину. То есть закончили мы гелика, второго, третьего надо делать. То пока есть у нас мастера, которые по сварочным работам, которые по мостам занимаются клиентскими автомобилями, мы сюда бросили малер, мы решили автомобиль этот перекрасить, сделать себе Феррари. Как вы думаете, ребята, вот если ярко-красный цвет бахну, диски черный мат, а бедлок, ну вот этот обод, тоже ярко-красный, как будет, классно? Вот напишите мне все в комментарии, мне очень интересно ваше мнение. Ну, красный мат, понимаете, я вот переживаю, когда, ну, вот где-то какая-то смола попадет, знаете, берешь, вытираешь чем-то, и там уже блеск такой. То есть я не очень красный мат хочу, но вот красный глянец, наверное, да. И вы скажете, а почему ты решил перекрасить? Я отвечу вам, машина, она не ужасная была, реально не ужасная, но у нее краска была неправильная, то есть экспериментальная. Скажем так, грунт вместе с краской был размешан, мы ее покрасили, она красивый матовый цвет взяла. Это мы точно так реактивного патрола красили. В принципе, очень красиво смотрелось, но это было непрактично. То есть, вы знаете, грунт, он влагу пропускает, его поры такие, что он впитывается и пропускает. Точно, ну, короче, с патролом какая ситуация была. У него куча микротрещин появилось, очень много их по всему кузову. И где шпаклевка есть, оно впитывало, да, и потом через год, через полтора оно такие трещины давало. Точно так и на крузаке, на капоте, там появились. Ну, их немного было, но они были. И из-за этого мы решили, пока машина стоит, сразу привести ее в божеский вид, красиво красный цвет бахнуть. Ярко-красный. То есть ждут вас комментарии. Да, где-то подшпаклевали, где-то то все. Ну, марафет новое. Понятно, что мы ее не будем как лимузин или как кубика там выравнивать, все идеально, все везде. Ну, то есть будем, конечно же, стараться, чтобы ровная была. Но вы понимаете, что как струна, это полностью ее стягивать надо, рубить там. Это очень дорого и это очень долго. Таким автомобилем этого не нужно. Но она будет, ну, все равно симпатичная. Ну и, соответственно, панель. В салоне, да, там была ужасная панель такая, ну ее как собаки погрызли. Да и вообще-то машина в таком хламе изначально была, что капец. Ну, сидушки, кое-что мы поменяли, но панель осталась старая. И здесь печка не дула, она, короче, напор воздуха был, но еле-еле теплая. То есть зимой здесь дубарь был капец. Соответственно, мы скинули панель и сразу печку вытягиваем. У нас есть такой мастерок, в принципе, в патроле он делал, это печку чистил, распаивал, как-то соты там вычищал все. Ну, я такое не люблю, да, но я как узнал, что
Патроловская печка там баксов 400 стоит или 500, там что-то, ну, короче, охрененно дорого, то я решил ее почистить. Хоть и панель очень долго скидывает, в случае, если она побежит. Но я рискнул, в принципе, отъездил года 2-2,5, и она ни капельки ничего. Ну что, ребята, всем спасибо за просмотр. Жду любимые лайки мои. И обязательно пишите мне комментарии, советуйте, спрашивайте. Давайте вместе эту машину построим. Пока.